Читать стихи на фабрике. В Иванове стартовал творческий проект для молодых поэтов. Организатор и идейный вдохновитель Юлия Горбунова сама пишет стихи. На прошлогоднем форуме Таврида она защищала проект «Артфабрика» и получила грант на реализацию 100 тысяч рублей. Проект «Артфабрика. Поэзия Ним» он представляет собой цепь мероприятий. Во-первых, это поэтический конкурс, куда сейчас, в данный момент, поэты оставляют заявки для участия в этом конкурсе. И вскоре, в середине апреля или в 20-х числах апреля, уже будет очный тур, где творчество поэтов будет оценено уже ивановскими поэтами, серьезными членами Союза писателей. Заявку на участие следует направить в группу проекта ВКонтакте. Выступить публично сможет любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Маргарита Руденко подала заявку одной из первых. Несколько лет назад уже участвовала в подобном проекте. Говорит, что идет не столько за победой, сколько за новыми знакомствами с коллегами по цеху. Наверное, как и для любого начинающего молодого автора, для меня важна возможность публикации. А во-вторых, любой человек, занимающийся творческой деятельностью, имеет естественную потребность в оценивании продукта этой деятельности. В-третьих, ему просто нравится. «Артфабрика» — это не только состязание молодых поэтов, но и конкурс театрального мастерства. С 10 финалистами будут работать режиссер и хореограф. В конце мая проект завершится сценической постановкой. Уже сейчас желание поделиться своим творчеством изъявили около 30 человек. Главное, уверяет организатор, не бояться попробовать свои силы. Я дотерплю до лета и махну, весельем рушить тишину, печали дружеских речей ночами на твоем плече. Я дотерплю до лета, сброшу весны обглоданную кожу на полудиком крымском пляже, где воздух свеж, искрой заряжен. Я дотерплю до лета и из спячки вернусь, чтоб затянуть болячки и раздарить мешочки света. Вот только дотерплю до лета. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.